Так. Так, так, так. Ну, я не знаю. Вот вам барахолочка, ребята. Трио. Моща. Там Мурано, да? Понятно. Понятно. Алло. Auf jeden Fall. Wenn ich nichts finde, dann komme ich zurück. Ja, ja, okay. По 10 евро, да. Угу. Угу. Да, я. Угу. Das Feinchen-Geschirr kostet alles zusammen 3 Euro. Echt? Ja. Das ist wahnsinnig billig. Ja, weil ich selber habe schon und Oma ist gestorben und wie es halt so immer ist, ne? Ist auch noch schön. Also, warte mal, da, wir haben eine Tasse, 2, 3, 4 Tassen komplett. Mhm. 1, 2, 3, 4, na ja. Das noch, ne? Hättest du 4. Genau. Das от бабушки. Да, это оно, ein Stück. Das kostet ein bisschen mehr. Das ist noch mit Speisesägen hier. Ja. Надо. Электроплитка. Настоящая. Ты вообще. Die funktioniert noch, gell? Ja, das ist ein Wunder. Ich hatte das so für einen Espresso-Kocher, weil ich Induktion zu Hause habe und da habe ich die halt dann gekauft. Super. Aber jetzt habe ich eine große Kaffeemaschine. Ja, ich habe noch nie gesehen, diese Größe. Ja, Russalka, jo-majo. Ist Porzellan. Mhm. Nur da ist eben abgebrochen. Ach so, das da, ja. Die Finger. Ja, aber es sind echte Haare. Ja, das ist, alles, die ja. Ist schon, wirklich. Wirklich schon, eine Russalka. Mhm. Mm-hmm. Какая красавица. Лестницы есть. Mm-hmm. Девчонка. С ума. Я цепки мою. Это Нимфенбург, ребята. Это не шутки. 63-й год. Дай-ка я подойду просто. Спокойно. Без шума и пыли. Нет, нет. Спокойно. Послушайте, папа. 62-й год. Сейчас 64-й. Угу. Угу.
Это очень дорогие вещи. Очень. Может, если сбросит хоть чуть-чуть, куплю. Итак, дамы и господа, мы с вами продолжаем. Не то что поиски, да, просто, знаете, прогуляться там, себя показать. Но это я так. Себя нам не надо показывать. А так посмотреть. Потому что, как я писал в своих трудах раньше, как правило, ухожу без покупок. Но иногда. Иногда бывает, но редко. Это Майсен, ребята. Винсенс Рихтер. Кабачок 13 стульев. В общем, в таком плане. Ja, zu mir. Hallo, grüß Gott. Hallo. Schauen Sie sich um unverbindlich. Ja. Da habe ich noch was und warm. Дедунька любит загрузить слегка. Понятно. Понятно. Ручная работа, какие интересные. Прикольно. Угу. Стоил 83,90, ничего себе. Это на кайзер похоже.
И это и есть Кайзер Аннабель. Большая. Где-то 30. Was soll das kosten, der Teller? Der kostet 18. 18. 18 Euro. Розенталь. Куклы. Очень старые куклы. Вот типично, это ужасный инструмент, какой-то фашистский. Черепа замеривать. Вот вам, ребята, страшное наследие. Ужас. Кошмар. Девочка кукла довольно-таки демоническая. Жан-Маре. Чем артист?